Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги. Я рад всех приветствовать очно. Мне приятно видеть знакомые лица, по крайней мере, в той части, которая не скрыта маской. И, наверное, мы после длительного перерыва впервые встретились, поэтому удовольствие от общения в этой ситуации особенное. Я, глубоко уважаемые коллеги, хочу познакомить вас с результатами нашей работы, которая была посвящена транскриптомному анализу фолликулярной лимфомы, и эта работа была поддержана грантом РФФИ. Чем она была индуцирована, эта работа? Значит, выяснилось, что клинические испытания использования ингибиторов контрольных точек показали высокую инфективность в лечении классической лимфомы Ходжкина, но обнаружилось, что при других лимфомах эта эффективность далека от ожидаемой. В частности, для фолликулярной лимфомы применение ниволумаба оказалось более чем в два раза менее эффективным, чем для лимфомы Ходжкина. Я напомню коротко, в чем дело. Для активации и выполнения своих функций Т-клетки, я не знаю, где здесь стрелки нет. Я не смогу показать. Ну, попытаюсь словами. Для активации выполнения функции Т-клетки необходимо два сигнала. Один сигнал – это сигнал, который возникает при… Он специфический, и он возникает при взаимодействии главного комплекса гистосовместимости и соединенного с ним белка на поверхности антиген-презентирующих клеток с Т-клеточным рецептором. Но этого сигнала недостаточно для того, чтобы активировать Т-лимфоцит. Для этого нужен второй сигнал, который неспецифический, возникает при взаимодействии комплекса молекул B7 клетки антиген-презентирующей клетки и антигена CD, рецептора CD28 в цитотоксическом Т-лимфоците. Когда эти два сигнала совпадают, Т-клетка активируется и готова к тому, чтобы встретить где-нибудь в другом месте знакомую ей уже клетку-мишень и уничтожить. Для того, чтобы это не произошло и не реализовался механизм аутоагрессии, в организме есть механизмы, которые препятствуют развитию такой реакции, они связаны реализуется через взаимодействие белка программируемой клеточной гибели, то есть это белок, ингибирующий контрольную иммунную точку, с лигандом. Если эти две молекулы встречаются, то цитотоксическая клетка не может уничтожить мишень и впадает в апоптоз или становится аллергичной. К сожалению, ряд опухолевых клеток пользуется этим механизмом и препятствует таким образом уничтожению патологических атипичных опухолевых клеток цитотоксическими Т-лимфоцитами. Если применяются ингибиторы антитела, которые взаимодействуют с лигандом или с белком программируемой клеточной гибели PD-1, то этот механизм блокировки распадается, и цитотоксическая клетка убивает опухолевую клетку. Но оказалось, что этот механизм при фолликулярных лимфомах или не работает, или работает плохо. Нашей задачей было выяснить, мы попытались выяснить, какие еще механизмы могут, кроме активации ингибиторов контрольных иммунных точек, могут приводить к подавлению противоопухолевого иммунитета. Для этого были отобраны, замороженные в криопротекторе фрагменты лимфатических узлов с фолликулярными лимфомами и реактивными фолликулярными гиперплазиями. В исследование было включено 38 фолликулярных лимфом и 10 лимфатических узлов фолликулярной гиперплазии. Мы использовали для анализа своего материала гистологическое исследование биоптата иммуногистохимическое, что, собственно, и позволило определить этот материал
как необходимый для исследования и заложить его в криоархив под соответствующей карточкой. При необходимости мы проводили и молекулярно-генетические исследования перестроя генов тяжелых цепей и легких цепей иммуноглобулинов, транслокацию гена BCL2 и при необходимости генов Т-клеточных рецепторов. Но в основе исследования лежало полнотранскриптомное секвенирование, которое выполнено было на тотальной выделенной РНК из каждого опухолевого образца. После выделения тотальной РНК из криоконсервированного образца приготовлялись в библиотеке для секвенирования, выполнялось NGS-секвенирование следующего поколения. После этого риды выравнивались на геном, что позволяло понять, что мы, собственно, получили. И выполнялся статистический математический анализ, который позволил определить уровень экспрессии 25 тысяч генов в каждом исследованном случае. Полученный массив данных был проанализирован с помощью метода главных компонент, который довольно определенно разделил образцы, то есть этот метод не знал, ну в кавычках, не знал, что какие образцы мы называем опухолевыми, какие образцы мы считаем контрольными или реактивными. И метод должен был по признакам сходства уровня экспрессии, тотальной уровня экспрессии генов, разделить их, как этому методу казалось, на два кластера. Выяснилось, что этот метод главных компонент довольно определенно разделил образцы на два кластера. И красный кластер с красными образцами – это образцы контрольные, не опухолевые, а синий кластер объединяет в себе фолликулярные лимфомы. Метод сработал высокоспецифично, статистически достоверно, выдав только одно выпадающее наблюдение, которое поместила реактивный образец в опухолевый кластер. Другой метод, которым я воспользовался, называется методом иерархической классификации, кластеризации. Он предназначен для классификации объектов и строит результаты в виде тепловой карты. Вверху вы видите вот красный ряд. Это нами обозначенные реактивные образцы. Это мы знаем, что они. Метод не знает. Синие образцы – это опухолевые образцы фолликулярной лимфомы. И дальше видно, что тепловая карта тоже кластеризована на сама уже независимым от нас статистическим методом разделила образцы на два кластера по уровню дифференциальной экспрессии. Тысячи генов, 997 генов были экспрессированы дифференциально. Гены с высокой экспрессией помечены красным, гены с синей экспрессией, с низкой экспрессией помечены синим. При этом метод иерархической кластеризации также поместил одно наблюдение, которое мы полагали реактивным, в группу опухолевых образцов фолликулярных лимфом. И нас это сильно озадачило. Статистики сказали, вы знаете, есть же выпадающие наблюдения, можно исключить его из выборки. Я сказал, нет, друзья, наблюдение, выборку, так же, как и родители, не выбирают. Вот что есть, то есть. Давайте лучше посмотрим, что это был за образец. Мы достали из архива этот случай. Наблюдение было сделано в 2017 году. Анализом мы занимались в конце 2019, в начале 2020 года и посмотрели на то, что было в нашем архиве, на основании чего мы поставили диагноз фолликулярной лимфомы. Ну, многие из вас хорошо знают, как выглядит реактивный узел и результаты иммуногистохимического исследования, и вот такая картинка дала нам все основания для того, чтобы считать, полагать, что мы не ошиблись. Мы решили идти дальше и понять, правильно ли было отобрано это исследование в группу. Мы достали блок, извлекли из блока ДНК.
достали остаток замороженного материала из криоархива, и из него тоже извлекли ДНК. После этого исследовали перестройки генов иммуноглобулинов в одном и в другом образце и увидели, что в образце, из которого мы делали срезы, которые я вам показал, перестройки поликлональные, здесь довольно типичная гребенка, а вот в образце, который мы извлекли из криохранилища, есть моноклональный пик на поликлональном фоне. После этого мы решили посмотреть, а есть ли транслокация гена BCL2. И оказалось, что в парафиновом блоке ее нет, здесь нет полоски, а в материале, который мы посмотрели, достали из криоархива, эта полоска есть. Следующий вопрос, который был у меня ко всем и у всех к нам. Какой? А где и когда вы перепутали образцы? Ну, это совершенно логично. Для этого мы провели обычное исследование, которое называется в судебной медицине фингерпринт, и исследовали аллели коротких тандемных повторов для того, чтобы понять, принадлежит ли это материал генетически одному и тому же лицу. Аллели коротких тандемных повторов оказались одинаковыми, что свидетельствовало о том, что материал принадлежит одному человеку. И выяснилось, что тогда у нас есть замороженный материал с опухолью и материал в парафиновом блоке без опухоли. Мы достали материал из криохранилища оставшийся, провели его и увидели, что там фолликулярная лимфома. Ну, это было, честно, я вам скажу, большим потрясением научным и практическим. И с одной стороны, мы поняли, что существуют риски ошибочных диагнозов во время триажа материала, когда вы часть отправляете в криохранилище. А с другой стороны, для меня это дало основание глубоко уверовать в молекулярно-биологические методы исследования в патологии. Потому что увидеть кластеризацию с выпадающими исследованиями просто как статистический феномен – это одно. А другое – это увидеть случай, когда ты нашел фолликулярную лимфому там, где ее совершенно не ожидал увидеть. Мы попытались, поскольку у нас есть все образцы аннотированы, у нас есть информированные согласия пациентов, мы начали разыскивать пациентку, но, к сожалению, через довольно сложные взаимодействия с разными уполномоченными органами власти выяснилось, что через полгода после биопсии в 2017 году при драматических обстоятельствах пациентка погибла, это никак не было связано с ее заболеванием, и, возможно, у нее бы развилась лимфома, но мы об этом так, к сожалению, и не узнали. Другой находкой, которая обнаружилась при полнотранскриптомном, повторяю, не ДНК-овом секвенировании, обнаружилось, что в лимфатических узлах как опухолевых, так и неопухолевых образцов в лимфатических узлах живет целый зоопарк вирусов и микроорганизмов. Совершенно в неожиданных сочетаниях мы обнаружили РНК, то есть это значит реплицируемое, то есть это живые микроорганизмы, гонокок, вирус червя мандаринового дерева. Значит, я даже не буду перечислять, там были настолько экзотические представители этой фауны, что мы были поражены. А в одном случае, опять же, пришли ко мне молекулярные биологи, говорят, у пациента мы обнаружили РНК вируса иммунодефицита первого типа. Я говорю, а как это может быть? Потому что мы не закладываем в криохранилище по эпидемическим соображениям инфицированный материал. А пациент приходит к нам с диагнозом перед операцией, когда понятно, что он серонегативный. Они говорят, ну хорошо, давайте проверим. Достали из криоархива материал, выполнили реал-тайм ПЦР и обнаружили у него в высоком титре вирус иммунодефицита первого типа. Взяли его лимфоузел реактивный и покрасили вот тем самым белком P24. И третьим методом мы обнаружили у пациента вирус иммунодефицита. А опять прошло 3 года от момента биопсии. Пациента мы под предлогом определенным пригласили, обнаружилось, что это профессиональный спортсмен 25 лет, сейчас 28 лет,
занимающийся спортом, который за это время дважды прошел диспансеризацию в своем спортивном обществе и один раз оперировался по поводу варикоцели, и тоже по этому поводу накануне визита к нам, независимо от того, что мы ему собирались рассказать, сдавал кровь на ВИЧ, и она тоже была негативной. То есть у пациента все говорят, что серонегативное окно не длится, не бывает больше там, 6 месяцев. У нас есть конкретный пациент с серонегативным окном в 3 года. К сожалению, он оказался не очень интеллектуально адекватным и сказал, это все ерунда, значит, вот у меня нет, и, значит, я продолжаю жить, как жил. Ну, мы ему порекомендовали изменить образ жизни в определенных ее аспектах, ориентируясь на то, что все-таки он может быть источником инфекции для людей. Вот такие обнаруживаются истории, когда проводится полнотранскриптомное секвенирование. После того, как мы обратили внимание на те гены, которые были дифференцированы, экспрессированы, их оказалось 997, и в этом пуле было 430 генов с повышенной экспрессией, а 567 с пониженной. Дальше был выполнен анализ обогащенности функциональных групп, который представлен в каталоге Gene Ontology, и он позволяет понять, чем занимаются те гены, которые нас интересуют. И вот высокоэкспрессированные гены оказались, среди прочего, отвечают за взаимодействие и передачу сигнала от B-клеточного рецептора. А подавленные сигнальные пути оказались связаны с сигнальными путями, контролирующими иммунный ответ и особенно активацию Т-клеток, которые не опухолевые в опухолевых лимфатических узлах, и продукцию цитокинов. Если посмотреть, какие это гены, особенно связанные с активации Т-лимфоцитов и цитотоксическим ответом, то это были 29 генов функциональной группы, из которых 4 мы спроецировали на сигнальные пути активации Т-лимфоцитов при реализации анти-ПД-1 терапии. И оказалось, что это CD28 и еще один ген, и гены, напрямую связанные с Т-клеточным рецептором, ZAP70 и LAT. А это значит, я возвращаюсь к предыдущей схеме, что передача сигнала прервана на этом уровне и на этом уровне. И на самом деле блокировка пониженной экспрессии указанных генов не дает развиться механизму прайминга или активации цитотоксических Т-клеток, и поэтому действовать на эти неактивные анергичные клетки анти-ПД-1 терапии бессмысленно, она просто не имеет точки приложения. В результате мы пришли к выводам о том, что полученные нами данные позволяют предположить еще один механизм подавления иммунного ответа при, в частности, фолликулярных лимфомах, и считать, что уровень экспрессии генов может быть биомаркером эффективности применения анти-ПД-1 терапии или терапии ингибиторами иммунных контрольных точек. На этом мы не остановились. Вот то, что я рассказал, было готово к предыдущему съезду, который не состоялся. А дальше мы попробовали посмотреть на это вживую с помощью мультиплексных иммуногистохимических исследований и раздельного одноклеточного секвенирования. Вот мультиплексное окрашивание у нас хорошо налажено в лаборатории, оно позволяет один и тот же срез, на нем провести одну реакцию, отмыть, провести другую реакцию, и так до 8 реакций для того, чтобы понять, как экспрессируется интересующий нас антиген на конкретных клетках или их комплексах. Вот здесь такой мультик показывает историю, которую мы изучали про лимфому Ходжкина и исследовали вот указанные маркеры.
Если кого-то интересуют детали, потом могу рассказать детали, и в архиве патологии выйдет статья, где тоже эта методика изложена среди там, методического описания одной из наших работ по лимфадениту Кикучи. К сожалению, применить этот метод не удалось в нашем случае, потому что самое интересное антитело CD28 не работает толком в парафине. Оно красит неспецифически. Мы попробовали три разных лота, и все три разных лота красили что угодно, кроме того, что надо. Оставив эту тему пока, значит, вот как неразработанную, как в загашнике, мы занялись одноклеточным секвенированием. Что это такое? Из материала случайным образом выбирается взвесь клеток, от них отбирается случайным образом 5000 клеток, каждая которая погружается в пузырек. В этом пузырьке дальше выделяется РНК, РНК специальным молекулярным штрих-кодом метится, и дальше проводится секвенирование вот каждого этого случая, то есть в каждом случае мы смотрели экспрессию 25 тысяч генов в 5000 клеток. Дальше метод, любимый нами метод главных компонент, распределил полученные результаты на два кластера. И обнаружилось, что экспрессия гена MS4A1, который кодирует CD20, четко кластеризует клетки в одном месте. В одном месте, простите, там, где красная высокая экспрессия. А Т-клетки экспрессируют по уровню экспрессии генов, кодирующих цепи рецептора CD3 в другом месте. Далее, например, CD4 кластеризуется отдельно, но в пределах CD3 кластера, а не где-то в другом месте. FOXP3 Т-реги находятся там же, где они должны быть, среди CD4 лимфоцитов, а CD8 клетки лежат отдельно. Это позволяет нам понимать, что метод секвенирования, анализа и кластеризации дает реалистическую картину о том, что происходит в транскриптоме конкретного образца. После этого мы объединили все результаты наложения. Это 4 фолликулярных лимфомы и 4 реактивных лимфоденопатии. Опять мы получили раздельные кластеры и смогли провести аннотацию этих кластеров на основании экспрессии Т-клеточных маркеров. И мы понимаем, что опухолевые клетки должны находиться там, где лежат Б-клетки, неопухолевые там, где Т-клетки. И при раздельном представлении этих плотов можно показать, что, область опухолевых лимфоцитов естественным образом отсутствует в реактивных лимфатических узлах, и что очень особенно было интересно, что существует пул CD4 позитивных Т-клеток, которые количественно отсутствуют, их значительно меньше в реактивных образцах. Вот на этих CD4 позитивных клетках мы и сконцентрировали наше внимание и обнаружили, что в этих Т-лимфоцитах, это уже не цитотоксические лимфоциты, это Т-хелперы, это другой механизм, сильно подавлена экспрессия целой группы генов. И особенно наше внимание привлекли гены группы JAN и FOS, которые, оказалось, лежат на пути передачи сигнала Т-клеточного рецептора к очень хорошо известному транскрипционному фактору EP1. Если этот фактор не работает, клетка не пролиферирует, она неактивна, она находится в состоянии анергии и перестает работать. Таким образом, целый пул объемно представленных Т-клеток в фолликулярной лимфоме также имеет подавленные пути передачи сигнала от Т-клеточного рецептора к транскрипционным факторам. Что это на самом деле значит, сегодня мы еще не понимаем, так честно говоря. И хочу сказать, что сегодня урок патологической анатомии все больше похож на вот этот коллаж.
И важно подчеркнуть, что наши возможности получения big data и их анализа сильно опережают наши возможности понимать, что это все значит, и особенно оценить риски и интерпретации этих данных. Потому что получить результаты – это одно, а выдать клиницистам информацию о том, что им делать и как называется то, что мы увидели вот здесь – это совсем другое. Благодарю за внимание.